Всем привет, мне 32 года, зовут меня Инна, город Москва. Какие у меня сейчас есть результаты по продукту? Безумно счастлива, у меня улучшилось зрение, я уже год не пользуюсь каплями для глаз для увлажнения, хотя я хожу в контактных линзах, у меня было минус 6, сейчас у меня минус 5, то есть у меня увлажненный глаз полностью, то есть это говорит о том, что, ну, как бы это круто. Потом, что у меня еще, я решила все свои вопросы, все, что касается неврологии было, да, то есть у меня были жуткие, ну, как бы проблемы, но я думаю, что не секрет для всех, что мы все нервничаем, чем переживаем стресс, могут там пить успокаивающие, все остальное. Вот. То есть я решила все свои вопросы, которые, в принципе, да, то есть дошли до жестких мер. Я решила вопросы, да, то есть все, что касается аллергии, да, то есть у меня была жуткая аллергия на весну, сейчас ее нету, слава богу, у меня нет этого ужасного состояния, когда у вас опухают глаза, там, горло, там, ну, там все чешется, там, да, нос и все остальное. У меня очень много лет было давление 90/60, и, ну, то есть я утро начинала с капелек, там, джиншень, там, все такого, ну, такого характера. Сейчас я, в принципе, да, то есть после того, как я попила чай уже, да, где-то, ну, даже полгода, да, то есть я вообще, в принципе, забыла, что такое реагировать на погоду, я забыла, что такое вообще, в принципе, низкое давление, что такое вообще болит голова. То есть у меня таблеток, вообще, в принципе, вся моя аптечка огромная, которая, с которой я раньше пользовалась, она мне после шторма, как бы, у меня ушла в мусор. У меня было... За 7 лет активной работы на ногах, у меня был варикоз, у меня была достаточно густая кровь, ресвератрол, просто чудо-средство, которое просто за 20 минут решило мой вообще, в принципе, вопрос. Я забыла, что такое тяжелые ноги, я забыла, что такое, в принципе, когда там у тебя болят ноги, там тяжести какие-то испытываешь, все остальное, то есть, как бы, ну, это получается, ну, ресвератрол, это кликанда. Целебные капсулы решили вопрос с давлением, чай решил вопрос с давлением, потом кишечник, это чай, это кетозан, это омега-3, это по сути полностью, как бы, да, то есть решили все вопросы с кишечником. Я на самом деле с детства вообще, ну, как бы любительница там, да, здорового питания, поэтому биологические активные добавки я принимала разных компаний, американских там, да, то есть, ну, китайских разных принимала, там покупала в аптеке там, да, то есть, ну, в разных источниках, но могу сказать, что как бы результата было ноль, как бы, да, то есть все, что касается продукции Тиенс, относительно работы на клеточном уровне, поэтому у меня получается спустя, я как раз пришла в компанию, у меня был приступ с кишечником, и спустя 4 дня я полностью как бы что, почувствовала облегчение, и по сей день вообще в принципе не... Я не понимаю, что такое болит голова, я не понимаю, что такое, там, не знаю, не работает кишечник, я не понимаю, что такое слово «боль». Поэтому, в принципе, то есть результат есть, и он очень быстро приходит. Могу вам единственное, что сказать, если у вас не быстрый результат сразу, то это говорит о том, что у вас организм, возможно, напитан чем-то, это хорошо. Если у вас происходит резкий результат, то есть вы начинаете принимать продукт, у вас резкий результат, то это говорит о том, что у вас организм был истощен. Ура, слава как бы Богу, что вы его, в принципе, да, то есть вовремя, что, ну, как бы, да, то есть ели. Обожаю продукцию компании Тиенс, вообще это моя любовь. Всем пока.